Почти 300 средних учебных заведений Приоралья будут укомплектованы школьными учебниками до 10 августа. Ну, правда, пока на 73%. Об этом сообщили на селекторном совещании в Кызылорде. Приобретение учебной литературы обошлось местному бюджету 612 миллионов тенге. Новые книги получат и ученики 6 школ города Байконур, которые с 1 сентября переходят на казахстанский стандарт обучения. Учебники по новой программе для них разработали кызылординские методисты совместно со специалистами Национальной академии образования имени Эбрая Алтынсарина. На эти цели из республиканского бюджета выделено 58 миллионов тенге. Если для казахстанских школ обновлены учебники 4, 5, 6 и 11 классов, то для байконурских школ выпущены учебники для всех классов. Они будут доставлены в учебное заведение до 5 августа. Кызылординская область на достаточно хорошем уровне проводит эту работу. И есть уверенность, что до 10 августа школы области будут обеспечены учебниками своевременно.